Молдова перешла на формат рекламы, видите, на всю пачку. Вот Дойна сейчас стала такая выпускаться, наверное, к концу этого года. Видите, тут идет уже на всю пачку предупреждение. А вот украинские сигареты Киев, тут меньше, чем полпачки. За рубежом оно эффективно, потому что когда страшные рисунки на всю пачку, курение курцов становится меньше. А в некоторых странах вообще запрещено сигареты на витрину вылаживать, а только можно они лежать в коробках, и чтобы их вообще не было видно. Человек просит, тогда ему только достают. Так что видите, как увеличилась на молдавских сигаретах площадь этой всей рекламы. Что-то тут написано у них, но по-молдавски не поймешь. Что сказать надо?